Всем привет! Сегодня мы приготовим мидии, запеченные в духовке, в чесночно-сырном соусе. Так, для начала нам нужно будет промыть наши мидии и отделить одну часть раковины, и оставить только одну часть, на которой держится мидия. Раковины я отделил и достал из них мидии. И одну створку я оставил, в которую мы будем наполнять нашу начинку. Как они чистятся, не знаю, нужно ли кого-то учить, но я все равно покажу. Вот, отделяется мясо, тут остается такая ножка, на чем держится мясо. Ее просто берете и обрезаете ножом. Все, она нам не нужна, это мышца. Так, нарезаем мидии среднего размера. Не нужно сильно мельчить. Пармезан натираем на мелкой терке. Я натер где-то 50-60 грамм пармезана, добавляем его к мидиям. Далее берем пару либо тройку зубчиков чеснока. Так вот, давим его. Можете, конечно, через чеснокодавку, можете вот так раздавить и мелко-мелко его нарубить. Так, и добавляем туда же к мидиям. И можно добавить майонез. Кто не хочет, я не знаю, может добавить растопленное сливочное масло. В общем, это нужно для того, чтобы получилась какая-то однородная консистенция. Так, и замешиваем. Накладываем начинку в наши раковины. Ракушки складываем на противень и запекаем. Покажем на камеру, как складывать начинку. Много не нужно, потому что сыр растопится и начнет вытекать из раковины. Вот так вот достаточно. И складываем на противень. Я заполнил наши ракушки начинкой. Ну, теперь ставим противень в духовку минут на 15 на 180 градусов. Мидии готовы. Простояли они в духовке 10 минут. Главное не передержать. Важно, чтобы сыр растворился, появилась немного сверху корочка. Если вы передержите, мидии получится резиновые. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!